Green Tea TV представляет. Это Венера из района Тыгу. Обалдеть! 15 лет спустя. Красотка превратилась в пышку. Агрессивная Золушка Канджуин. Офигенный сексуальный тренер Джон Ким. Это просто идеально. Отлично смотритесь. Если я вернусь в Корею, у меня будут проблемы. Думаю, что нам было суждено встретиться. Помогите ей! Больно! Помогите мне! Помогите! Она просила о помощи? Канджуин, теперь ты стала моей девушкой. Но почему? Она здесь. Сдурел, что ли? Спятил, да? На кой черт мне нужны твои извинения? Больше нет ни любви, ни популярности. Надеюсь, бабуля не знает, что я прилетел. Только я знаю. А откуда у вас этот телефон? Нашел в сумке. Извините, вчера мне пришлось разрезать ваш бандаж. Я же уже говорила, это корсет. Корсет! Корсет! Я немедленно подъеду к вам. Джуин! Не подходи. Исчезни. Пожалуйста, кто-нибудь. Помогите мне. Теперь модно просить о помощи первого встречного? Скажите, пожалуйста, что вас связывает с Джуин? Когда она теряет сознание, я ей помогаю. Я еще не знаю, случайность это или судьба. Начало новых отношений? Слушай, может, поешь чего-нибудь? А то взомнила из себя богиню. И смотришь на меня свысока. Очнись уже. Я Канджуин. Думаешь, все как прежде? Это тебе стоит очнуться и открыть глаза. Не страшно. Соберись. В случае отсутствия признания, суд принимает во внимание косвенные улики. Итак, что у нас есть? Раздача автографов Стелла Шоу и пропуск на ABC. Джон Ким работает тренером. У его агента вроде бы азиатская внешность. Вы ведь Джон Ким? Верно? Нет, это я, Джон Ким. Экстремальная встреча мужчины и женщины. Наша тройка станет вашей командой. Боже. Новая секретная диета. У этого парня сексуальный голос. У него и фигура сексуальная. Да уж, заметно, что для вас это впервые. Сделаем это на диване или на кровати? Да не дергайтесь, не попаду никак, терпите. Соджи Соп. Шин Мина. Чон Гюн. И Юин Йон. В романтической комедии. Ты что, у нас Золушка? А мне не нравится, когда она заканчивается. И жили они долго и счастливо. О, моя Венера. Смотрите на Green Tea TV. KBS.